Ей, всем привет, дорогие друзья! С вами Димас, Вовчастый, Фокси. Как всегда, очень много подписчиков. Сегодня мы играем в Гаррис Мод. Карта у нас Лабиринт. Пацанчики, поздоровайтесь. Всем здорово. Привет. Привет. Мы скачали очень крутой мод. Называется Call of Duty Z. Если вы пьете, кушайте, приятного аппетита. А мы будем начинать выживать. Он лезет к нам! Он лезет к нам! Прыгай! Димас, беги! Так вы прыгайте! Я смог! Я смог перецепиться! Я тоже смог. Димас, знаешь, так, что... Так, так, так. Ой, ой-ой-ой, базука летит. Собака, собака, ой. Пацаны, мы живые. Бежит, он бежит, он бежит. Он опять к нам бежит. Так, мы на столбе. Да, он сейчас заползет. Кстати, мы какой-то новый режим придумаем сейчас со столбами, где надо будет выживать. Так, он налезет, оно лезет. Я перепрыгиваю на другой столб. Я пошутил, я не перепрыгивал. Оно лезет, оно лезет, оно лезет. Я сзади. Я вижу, оно приближается. И что? Смотри, смотри, как привет. Гиена, как гиена. Эй! Привет, я упаду, я сейчас... Блин, это прикольно. Бежи, убей там от волка. Говно. Ла-ла-ла-ла-ла. Жоп. Быстрей, быстрей. Оно вниз, да отвали ты от меня. Ай, жопа! Беги, Димасня! Ай! Никак. Пацаны, дайте я вас зазумлю. Я вас могу резко, прям близко увидеть. Нифига себе, у меня камера, пацаны, вы это видели. Я прям зубы твои вижу, акула. Офигеть, вот это зум. А видишь, как я лезу? Да, вижу, вижу. Нехорошо подсматривать над акулой. Вот это зум. Я вижу, как ты камеру достал. Такой фотик, наверное, будет миллион стоить. Не, я... Не, пол. Пацаны, двойной прыжок, вы ж не забывайте. Бери другого зомбака, это конченый. Я вообще не расстаюсь. Ой, так, нас теперь двое. Разве нас не четверо? Ну, я не знаю, сколько... Он вроде одного заразил или нет? Не, он меня не заразил, он меня не... Да, он только одного. Так, теперь будет двое. Вы обратите внимание, этот тоже бежит с другой стороны. На говно. Их что, мочарить можно? Нет, ты меня так не догонишь. Ребята, как всегда, в этом ролике у нас разыгрывается Гаррис Мод. Что надо сделать? Коммент, лайк и подписка, и вы участвуете в розыгрыше. А победителя вы сейчас видите на экране. Поздравляю тебя, напиши мне ВКонтакте. Ты выиграл Гаррис Мод. Волчары, вы чё такие слабые? А если он сейчас нас съест? Ого! Таня, не съест. Если я стал бы зомби, я бы уже всех бы нагнул. А они не могут. Так, 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 гоняется. Давай, 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 давай. Вы сможете, пацаны, я вас верю. Давай, давай, волчара. Ля-ля-ля, за мной. Так, я вижу, я вижу. Он не знает, за кем бежать. Нас много, и мы все вокруг гоняемся. Так, пацаны, устали. Аж задышка. Так, стоим, отдыхаем. Посидим немножко. Выбирает зомбака по-любому. Серьезно, я хотел, знаете, как сделать? Просто перепрыгнуть его и опять побежать. Хорошо, моя мечта сбылась. Теперь выходит на охоту настоящий убийца. Давайте, только на этом пятачке. Выиграет сильнейший. Слышь ты. О, а ну. Димас, настойка трое. Воу, сам себя убил. Ну блин, у него и реально крутые спецэффекты. Спецспособности. Полноценный ролик можно запилить. А ну. Во, смотрите, как прикольно анимация бега сделана. Зачем он так бегает, я не знаю. Ого, он кричит. Нет. А что я делаю? Остался Сквидвард. Давайте. Еще бьем. Пикачу остался. Пацаны, давайте, мы сможем. Такая движуха за Сквидвардом. И он реально убегает.
Очуметь, вот это классно. Ой, я могу хватать. А, я могу хилиться и бежать. Эй, слышишь? Его. Такой звук прикольный. А, ну иди сюда. О. Не, этим я точно никогда его не поймаю. Ребята, я взял самого имбового. А как его мочить? Подождите, правой кнопкой. Это я ты пэхаюсь, да? Воу. Вот это. О, топорист. Меня еще никто не поймал. Я не знаю, почему мы не можем его убить. А знаете почему? Сейчас мы это сделаем. Меня тоже никто не убивает. Воу, эффект огня. Смотрите, какой у меня. Ура! Ой-ой-ой. Че, убили крошки, его? Нет. Крошки, 18 хп, давайте, люди. Давайте, осталось чуть-чуть. Давайте с этого пака возьмем. Ого! Ого, он псих. Ура! А что я сделал? Сам себя убил. А, это не я. А, у него 152 хп. Ой, сейчас кто-то умрет. Привет. А что со мной? У меня жизни тратится. Есть. Я бульбазабра убил. Кто еще остался? Спидер. Я могу стрелять. Он, у него 122. Ребята, сейчас мы его замочим. Смотрите. Вышел профессионал на охоту. Чпоник, смотрите. Целимся, целимся, целимся. Набираем на энергию. Слушай, а реально. Окружаем. Слышь, я не могу его убить. Что он за читер такой? Пацаны, надо окружать его. Ох, смертухи могу прописать ему. Вот это мы все за ним гоняемся, не можем убить. Охота на одного спидварда. И стреляет, и орут, и кричат, и ничего не могут сделать. Ой. Убили? Не убили? Нет. Бля, ну он прирожденный паркурист. Ой, извини, бульбазуврус. По мне кто-то попал, и я начал замедляться. Переклад. Это я попал по тебе. Эй, не кричи! О, кувалда его, мочи! А кто такой звук использует? Он замедляет. Пацаны, я его окружаю. Димаш, ты его оглушаю, я его мочу. Завалим его. Вот это погоня за одним челиком, весь сервер гоняется. Такое ощущение, как будто, знаешь, в GTA 5 звезд набрал. Я его задамажу только что, 100%. 62 хп. А, давайте, жопа. Давайте, люди. Слушайте, давайте кто-нибудь орать на него будет, а другой будет это. Ну, давай, мочи его. Димас, вы просто стали волком. Ну? Жри его. А, меня замедлили. Ах ты жопа, пацаны. Он меня разозлил. Димас, давай сейчас. Максималочку. Максималочку? Нормально? Это была реально жесткая битва. Нормально. И хитро, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!